На награждение ждем директора компании Билайн Акаева Кылычбека. На следующий основной карт готовятся весовая категория 77 килограммов. Темирбек Улу Чакшылык. Против него бьется боец из Казахстана Дузбаев Саят. Темирбек Улу Чакшылы, Кыргызстан. Боец из Казахстана уже готов. Ждем бойца из Кыргызстана. Отлично, оба бойца в октагоне. Итак, начинаем знакомиться. В синем углу весовая категория 77 килограммов, рост 173 сантиметра, степень мастерства греко-римская борьба. Его рекорд: две победы, два поражения, возраст 22 года, команда Джонген Тим, Голден Тим, его тренер Ислам. Итак, встречайте, Дузбаев Саят, Казахстан. Его соперник в красном углу. Весовая категория 77 килограммов, рост 185 сантиметров. Его рекорд: одна победа, ноль поражений. Степень мастерства — кикбокс. Команда Карасу. Возраст 22 года. Встречайте, Темирбек Улу Чакшылык. Бойцы на середину. Бойцы, слушайте мою команду внимательно. Запрещен удар не бил. Затылок, позвоночник, пах не бил. Сетка, шорта не хватает. Пожалейте друг друга. Поглам, мастер. По два секунданта, и в красном, и в синем углу, не больше. Отлично! Очень красиво завершил на 40-й секунде боец из Кыргызстана. На награждение хочу пригласить тренера спортклуба Карасу Ачималиева Шаирбека. Бойцы на середину, после сфотайтесь. Бойцы на середину. На 40-й секунде первого раунда захватом болевым рычаг одержал победу боец из Кыргызстана Темирбек Улу Чакшылык. В октагон приглашается тренер спортклуба Карасу Ачималиев Шаирбек.